Соня, и добро пожаловать на мой канал. А сегодня я решила снять для вас видео с моими покупками, топ моих покупок с AliExpress из последнего. На самом деле я начала заказывать на AliExpress еще когда жила в России, но сейчас я переехала в Америку и все равно продолжаю заказывать. Мне, я не знаю, не могу остановиться, мне очень нравится. Я считаю, что какие-то вещи я лучше буду заказывать на AliExpress, чем здесь, не знаю, в несколько раз дороже. Кроме того, мне нравится заказывать на AliExpress одежду, которая будет в моде всего пару сезонов, и не вижу смысла тратить на нее какие-то большие деньги. Поэтому я иду на AliExpress и покупаю ее там. Благо, китайцы шьют прямо-таки на меня, я невысокого роста, и мне, по-моему, еще ни разу не было, что не подошла одежда с этого сайта. В общем, не будем долго болтать и приступим. Первое, что я хочу вам показать, это чехлы для телефончиков. Вы знаете, в Америке стоят чехлы не так уж и дешево, ну, в смысле, по меркам, если сравнивать с AliExpress. То есть, например, на AliExpress вот такие чехлы стоят 1-2 доллара, ну, там, 3 это максимум, который из тех, что я видела. А тут они, точно такой же чехол на Амазоне, стоит 14 долларов. Он такой, знаете, плотный, очень мне нравится. Не гнущийся, силиконовый. Мне очень нравится, что он прозрачный, с фиолетовыми цветочками. Единственное, мне не очень нравится, что здесь столько блесточек на этом чехле. Я как-то рассчитывала, что будут просто такие, типа, цветочки сухоцветы, и не будет столько блестяшечек. Поэтому я пока сняла этот чехол. Следующий чехол у меня сейчас нет в руках, но зато вы его видите на экранах. Этот чехол тоже прозрачный, силиконовый. Мне сейчас нравится носить прозрачные чехлы, потому что мне нравится сиреневенький цвет моего телефона. Этот милый чехол с троллем, с бегемотиком из мультика «Тролли». И он держит так мило, обнимает яблочко. Очень мне нравится милый чехольчик. И последний чехол, который я хочу показать, это чехол с картиной Ван Гога. На самом деле, в прошлом году, кажется, в прошлом я ездила в Амстердам и ходила там в музей Ван Гога. Мне очень впечатлило, очень мне понравился этот художник. И одна из моих любимых картин — это вот ветка миндаля, как раз изображена на этом чехле. И я не скажу, что это меня впечатляет, потому что на самом деле мне нравится именно вот фон между, ну, то есть как выглядит небо за этой веткой. И в жизни, конечно, цвет такой красивый, какой-то голубоватый, с серебряными переливами, очень божественный цвет. А здесь он такой-то зеленовато-синий. В общем-то, этот чехол я еще ни разу не надевала. Но если там есть и чехол с другими картинами, на качество я не могу как-то пожаловаться. Если вам такое нравится, я оставлю вам ссылку внизу. И вообще все вещи, которые я буду вам сегодня показывать, на них будут ссылки внизу. Вы можете переходить и тоже заказывать, если вам нравится. Следующее, что вам хочу показать, это майка. Сейчас очень модная, с широкими такими плечами накладными. Как они называются? Наплечники? Скажите мне. Я не помню. В общем-то, сейчас вы можете увидеть на мне эту майку. Я подумала о том, что сейчас эта майка есть у всех, и я не думаю, что она будет популярна еще очень много сезонов вперед. То есть это такая не, так скажем, классическая вещь, поэтому я решила заказать ее на AliExpress. Она стоила, по-моему, 13 долларов. Это нормальная цена, я считаю, недорого. И для вот таких, может быть, пары сезонов поносить отлично. На самом деле она выполнена очень качественно из такой ткани. Все-таки хлопковый, я считаю. Может быть, есть какая-то небольшая синтетическая примесь, но не критично, не противно, очень приятная к телу, поэтому я вам могу смело ее порекомендовать. Следующее, что я хотела бы вам показать, на самом деле я уже показывала в одном из своих видео о моем летнем гардеробе, где-нибудь здесь я оставлю ссылку на это видео, обязательно перейдите и посмотрите. Это сережки. Я обожаю покупать украшения на AliExpress, потому что там просто за доллар можно купить классные украшения, которые ты будешь периодически надевать, куда-то носить. Да, они всегда бывают супер качественные, но вот конкретно эти сережки мне так нравятся, они матовые, не блестящее золото, очень красиво смотрится и подходит ко многим вещам в гардеробе. Смело могу вам порекомендовать, пришли сережки быстро и классного качества.
Следующие сережки, которые я хочу вам показать, это серебряные сережки с AliExpress. Я не уверена, что на AliExpress прям какие-то крутые серебряные вещи, но тем не менее, они реально серебряные, потому что у меня есть аллергия на бижутерию, да, то есть я не могу как-то больше дня ходить в одних и тех же сережках, если они не серебряные и не золотые. И вот конкретно от этих сережек у меня не гноятся уши, поэтому я могу быть уверена, что это серебро. Может быть, не супер качественное, но это оно. Следующая вещь, которую я хотела показать, это домашние футболки. Я считаю, что AliExpress это то место, где реально классно покупать домашние вещи, не жалко их там заляпать, порвать и так далее. Вот такая первая футболка с надписью «Кофеин» и формулой «Кофеин». Она мне нравится, поскольку эта футболка прямо из чистого хлопка сделана. В ней абсолютно нет никакой примеси синтетической нити, поэтому в ней очень приятно, даже спать можно в ней. Очень классная футболка, у меня, по-моему, размер S, но мне кажется, что можно заказать M, поскольку она немножко садится после стирки. И еще одна футболка, вы уже можете заметить, проследить мою любовь к Ван Гогу. Это футболка с Ван Гогом, с смешными надписями. Эта футболка уже не... Она скорее с большой примесью синтетической нити, но зато она как бы сидит так более обтягивающе. Ну, например, спать в этой футболке мне было бы некомфортно. Я люблю такое натуральные ткани, приятные к телу. Эта футболка все-таки не сказать, что она 100% там хлопковая. Хотя я тоже могу вам порекомендовать, качеству никаких у меня нет претензий. Ну и следующая вещь, которую я вам хочу показать, это просто моя любовь. Я даже не ожидала, что придет настолько крутой, это костюм. Я даже не ожидала, что он придет настолько крутым, это спортивный костюм. Это лосины. Костюм тройка состоит из лосин, вот такой укороченного такого топика, сейчас вы на мне его видите, с длинным рукавом, и он зацепляется за большой палец, то есть не задирается, это очень удобно. И также можно снять верхний этот топик с длинным рукавом и остаться в таком поддерживающем спортивном топе, который также классно сидит и подчеркивает все ваши достоинства и скрывает недостатки. Эти лосины мне так нравятся, они завышенные, поэтому скрывают все лишние бока, которые у меня существуют. Ну, вы знаете, мне кажется, практически все девочки недовольны своей фигурой, поэтому всегда пытаются что-то придумать. Вот эти лосины просто супер идеальны. Кроме того, у них сзади очень красивый узор сделан на попе, который как будто бы подчеркивает, увеличивает визуально ваши округлости. Это тоже большой плюс. Кроме того, цвет у этого костюма просто сногсшибательный, такой нежный, какой-то голубо-синий. Подойдет как брюнеткам, так и блондинкам, я точно знаю. Но единственный вот минус мне, как для меня, что я заказала его в размере M, это моя вина на самом деле, потому что я начиталась отзывов, я никогда не заказываю вещи без того, что я прочту сначала все отзывы, которые там есть. И девочки писали, что с моими параметрами им подходит костюм в размере M, а в S типа жмет, поджимает. Я заказала себе в размере M, и теперь у меня... вот здесь вот в талии он мне велик, то есть резинка не сидит плотно. Но я вот не знаю, возможно, если бы я заказала костюм в размере S, то она бы мне давила на живот, это было бы вообще неприятно. Может быть, все-таки для спорта важен комфорт, да? И я все-таки не собираюсь в этом костюме прям ходить по городу, тут разгуливать. Я в нем хочу тренироваться, поэтому я вот даже не знаю, нужен в следующий раз, например, если я хочу другого цвета заказать, нужен ли мне размер S или все-таки опять заказывать M. Может быть, кто-то из вас уже заказывал подобные костюмы и смогут мне тоже порекомендовать, ответить на этот вопрос. Если вы знаете, напишите, пожалуйста. Следующее, что я хочу вам показать, это вот такая вазочка и веточки эвкалипта. На самом деле там было больше веточек, у меня еще часть, по-моему, три еще веточки стоит в ванной комнате. Тоже очень мило и красиво смотрится. А здесь эта веточка у меня стоит обычно на подоконнике сзади, вы, может быть, даже ее видели в моих предыдущих видео. Очень мне нравится, вазочка была упакована настолько качественно, я такого давно не видела, она просто была вся заложена в такой коробке пенопластовой. Она пришла в целости и сохранности, и просто очень мне нравится. Вот. И веточки, это натуральный эвкалипт, и он даже пахнет очень вкусно. Прямо эвкалиптом пахнет, не вру. Могу вам смело рекомендовать, сейчас это модно и прекрасно
украсит любой дом. Вы уже устали, у меня осталось всего лишь 3 вещи, так что давайте немножко поднажмем, и сейчас я вам покажу вот такую куртку. Я вообще долго думала, показывать вам куртку, не показывать, потому что куртка зимняя, и она теплая, вот правда, она прям такая плотная, очень набитая. И я подумала, что, наверное, все-таки сейчас неплохое время для того, чтобы заказать ее, пока она придет, как раз уже холода в России настанут, осень и так далее, и поэтому решила все-таки показать. Эта куртка, она, я думаю, это как бы реплика, да, подделка под какую-то знаменитую марку более дорогих курток. У меня в таком красивом бежевом цвете, она сделана типа под кожу, ну, конечно, это не кожа, но при этом материал очень приятный и на кнопочках, и я заказала размер S. И все-таки я бы вам порекомендовала, если вы будете такую заказывать, заказать в размере M, поскольку мне рукава, если я поднимаю руку, немного коротковаты, но в целом я не могу сказать, что она мне прям мала. То есть она мне как раз, но как-то зимой же всегда хочется поддеть что-то потеплее под низ. И вот в этом случае размер M работал бы намного лучше для вас. Ну и напоследок, это вот такой боди, сейчас вы можете увидеть черное боди, и я заодно оделась белыми шортами и ремнем также с AliExpress, решила показать вам это все в одном таком образе сразу. Мне кажется, это классная вещь, можно ходить куда-то на вечерние прогулки, куда-нибудь там на свидание, я не знаю. Я любила раньше одевать такие вещи. Например, если вы едете куда-то отдыхать и на вечерний променад, вроде как и не нарядно, прям супер так вызывающе, но в то же время выглядит очень стильно. Боди отлично сидит у меня в размере S, и по длине туловища оно мне очень хорошо подходит, мой рост 162 сантиметра. Эти шортики я их заказывала на AliExpress еще прошлым летом, и я их не очень часто ношу, поскольку они в размере S, и я бы сказала, что они туговаты мне в талии. В попе нормально, у меня небольшая попа, вот в талии у меня больше проблемы, и я бы заказывала в следующий раз в размере M, чтобы они были более, так скажем, свободно сидели и было более комфортно в жару, чтобы нигде ничего не давило. И ремень этот очень классный, я его так люблю, я его ношу сейчас просто каждый день, и он очень удобный, может быть, он, конечно, не супер качественный, видно, что он там не какая-то кожа, не знаю, дорогущая телячья кожа, но тем не менее ремень классный, и я не знаю, как долго еще продлится мода на какие-то такие большие пряжки, по-моему, сейчас это уже уходит, но тем не менее я пока ношу, и если вам нравится, то я оставила ссылку внизу, приходите, смотрите и покупайте тоже. Ну, в общем-то, все, это все, что я хотела вам сегодня показать из моих покупок, последних моих покупок с AliExpress. У меня практически все купальники с AliExpress, поэтому если вам интересно видео про купальники оттуда, то напишите мне в личное сообщение или в комментариях, и я обязательно сниму для вас такое видео. На этом я заканчиваю свое видео. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на меня, и мне будет очень приятно, если вы мне поставите пальчик вверх. И спасибо, пока-пока!